Омские кофейни исключают из меню привычный напиток – кофе американо. Бариста мгновенно отреагировали на предложение премьер-министра Дмитрия Медведева. Пока клиенты с радостью скупают старый напиток с новым названием. Кроме того, в кофейне классический черный кофе американо стал еще более русским. В него на выбор добавляют холодное молоко или сгущенку. Сегодня, например, мы его вели, уже достаточно много так продали, но он идет лучше, чем американо. Покупаешь вафлю, говоришь, что ты знаешь про русяна, все, ты получаешь вот этот вот напиток. За сегодняшний день мы вот так вот раздали уже около 30 напитков.